Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 1 августа, и я хочу снять вот этот маленький короткий видеоролик. Может быть, кому-то это пригодится. Вчера была в магазине, покупала средства от вредителей и узнала, что у нас в садовом центре летние скидки. Я зашла, конечно, в огород, там пусто, у них сейчас это мертвый сезон, никто не ходит. И вот все семена, которые заканчиваются срок реализации 1 января 19 года, ну или 31 декабря 18 года, они все поставили в уценку, в товароценке, все по 1,5 рубля. Так как срок годности, вот огурцов, например, я взяла гибриды огурцов, намного больше, чем срок реализации, если у них в декабре закончился срок реализации, а в марте или в апреле вы будете сеять, даже в мае, ну, следующего года, через 2 месяца, скорее всего, схожесть будет такая же, как и сеяли вот кто весной этой. У огурцов 1 год ничего не имеет никакого значения. И вот в такой момент, когда вот эти вот идут летние уценки, самое удачное время, когда можно выбрать несколько сортов для того, чтобы опробовать, потом посмотреть. Вы знаете, что гибриды у нас очень дорогие. Вот тут, видите, ценник остался старый. И по 30 рублей есть, и по 45, и по 25. И купить сразу много сортов по нормальной цене, конечно, ни у кого рука не поднимается. Никто не будет брать 20, например, разновидностей, чтобы посмотреть, понравится он или не понравится. Но когда пачка стоит 1,5 рубля, почему бы не посмотреть? Фирмы разные. Вот я купила и Биотехника, ни разу не видела огурец Гейши. Купила какой-то даже белый огурец, Мишка на севере, гибрид, тоже ни разу не выращивала. Купила, тут есть и Русский огород, и Гавриш, и Аэлита, Сидек, Сибирский. Ну, короче, я не буду все перечислять. Все-все фирмы, какие есть вообще у нас на рынке, все семена, которые заканчиваются в декабре срок реализации, в нашем садовом центре выставили по 1,5 рубля. И набрав вот это все много-много-много себе пачек, я заплатила всего 69 рублей. Это не такая большая сумма, и если даже кто-то боится, что не взойдут какие-то семена, ну как, мы же все равно их проращиваем, даже если какая-то пачка окажется не всхожая, 1,5 рубля, это даже говорить ни о чем, это не деньги. И еще почему можно сейчас купить, вот, например, скороспелый гибрид, вот этот я хочу замочить, у кого есть теплица, и кто рано-рано высевает для получения раннего урожая, они обычно второй раз сеют сейчас, которые поздние. Ну вот в конце июля, начале августа. Потому что 40-дневки, вот у него 40-45 дней до плодоношения у крохи. Посеяв его, например, сегодня, 1 августа, в начале сентября мы уже получим новые, маленькие такие хрустящие плоды огурцов. Мы уже соскучимся к этому времени как по огурцам, и они опять будут, кстати, я когда весной говорила, что мы сеем в 2 срока, один сильно рано, потом сильно поздно, для позднего урожая. Вот просто хочу посоветовать тем, у кого в городах есть вот такие садовые центры, сходите, может быть, вам моя информация пригодится, и вы, может быть, купите себе какие-то дорогостоящие гибриды, на которые раньше рука не поднималась, жалко было денег. Но действительно, по 30 рублей взять 10 пачек, это уже 300 рублей. Это большая сумма для нормального человека. А по 1,5 рубля можно. Вот будем теперь испытывать. Хочу немного сейчас посеять, а остальные весной. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это был просто краткий видеоролик о том, что сейчас летние скидки в садовых магазинах. И можно удачно... Да, кстати, там же есть всякие интересные гибриды перцев, вот которые дорогущие, придорогущие, они тоже по 1,5 рубля. Тоже можете купить. Все, до свидания.